Панбой, смотри, я тоже Лоло написала. Ты бедник-бедник, панки на тебя никогда не посмотрит. Отвали, пацанка. Что происходит? Это же Лоло. О, мой раб. Фу, какая она страшная. Ну ты трус. Когда ваши детишки заснут на тихий час, они больше не проснутся. Сестричек, не трогай! Уже поздно. Какой кошмар! Не только нас пугает Момо. Подписывайтесь на мой канал. Может, вместе нам не будет так страшно. Что? Сзади что-то за спиной? Это Лоло! Всем привет, друзья! С вами Вига. Сегодня моя коллекция Лол пополнится, потому что ко мне прилетела посылочка из Калининграда. Я совсем как Леди Гага, только не умею петь, однако. У меня есть бигуди, и я в блестках, посмотри. Ого, сколько всего! Ничего себе, Лол сюрприз! Вау, мое счастье! Откроем лолушек, а то малышки так и просятся. Да, открой нас! У меня никогда так много шаров не было! 6 шаров конфетти поп, 2 из них золотых и все оригинал! Мерси буку, приходите еще! Давайте откроем закрытый шарик конфетти поп 3 серии. На обложке мы видим малышку Сию. Не подскажешь мне, как найти эксклюзивную куколку? Шар крути, сюрприз найди. Шар крути, наряд найди. Хорошо, малышка Сия, покрутим шарик и взорвем это конфетти. Интересно, кто мне попадется? Черри-черри-бум-бум. Во втором слое у нас наклейки, и мы видим, что шар золотой. Интересно, кто же это может быть? Последний слой. И вы помните, что говорила девочка Сия? Шарик нужно крутить, и мы найдем наряд. Наклеечка нам больше не понадобится. И чуть не забыл, здесь у нас переводилка. С артом бомбочки на таком красивом леопардовом фоне. Круто. Первый аксессуар. Это бутылочка, она такая в ретро-стиле. Второй сюрприз, это одежда. И многие из вас уже догадались, кто это. Следующий сюрприз, черные ботиночки на высокой белой платформе. Модный аутфит настоящего пантомима. Взрываем конфетти на раз, два, три. Что-то оно далеко не полетело. Боже мой, золотые конфетти. Потому что наша куколка тоже золотая. Аутфит дополнен, потому что в пакетике мне попалась парижская беретка и сосочка. Теперь пришло время для самой куколки. Так. О-о-о! Малышка из Парижа, срочно ее нужно одеть. Залазит обратно в свой домик, закрываем и взрываем. Вы готовы? Бом-вояж, мой сладкий круассанчик. А где моя сестренка? Вау-вау, вот твоя сестричка, парижаночка. Уи-уи, открывай ее. Так открываем, друзья. Вау, вот она. О, в сумочке. Они очень похожи. Мы пришли к вам из Парижа. Сделали короткую стрижку. Мы как настоящий мим. Угадай же наше имя. Напишите в комментарии, как же зовут этих милых парижанок. Бонжур, парижаночка. О, панки, мой ламур. Не знаю, что это, но звучит красиво. Хи-хи. Это значит любовь. Ха, сестренка у тебя такая забавная. Повезло тебе. А у меня даже братика нету. Не переживай, панки. Для золотого мальчика у меня есть золотой братик. Ура! Золотой шарик Real Sisters. Так.
О, еще один малыш, и он спрятался в черном рюкзачке с сосочкой, боже мой. А также у него есть аксессуары, это черные ботиночки и бутылочка. Подсказка у малыша «rock out», что значит «качаться». Покачайте меня, покачайте, я хочу оторваться. Ну ты у меня и братишка, сорви голова. А мы продолжаем открывать новых персонажей Лол. Подсказка из рок-клуба. Прям не хочет открываться. Капризная малышка. Кто же это? Снимаем инструкцию и крутим барабан. Первый сюрприз. Это одежда! Очень классная футболка с флагом Лондона и шортики с шипами. У кого такой аутфит? Конечно же! Вау! У Чики Бэйби! Ты снесла нам башню, малышка! Любительница рока, нахальная Чики, разгуливает по Лондону в высоких красных сапожках и пьет свою газировку. Малыш Панки, смотри, какая Чика! Чики, Чики! Иди ко мне, ежик! Эй, это же мой питомец! Ты что-то путаешь, мальчик! Он мне подходит больше! Отдай мой телефон! Ах ты нахалка! Чики, Панки, не ссорьтесь! Вы же из одного рок-клуба! Что, если вы будете вместе за мной ухаживать? Йоу, неплохая идея! Откроем следующую малышку. Снимаем первый слой. Та самая подсказка, которую я хотел в первой распаковке шариков конфетти поп. Это звездочка и батарея, что значит звездная энергия. Вроде бы шарик открытый, но запакован очень качественно. Во втором слое мы видим наклеечки. Крутим, крутим, и время для золотого окошка. Вау! Бутылочка из чистого золота. Посредний золотой. Аутфиты, золотые аксессуары настоящей Клеопатры. Взрываем конфетти! Вот это да! В пакетике нас ждет... Открывай же! Фарроу Бэйби! Маленькая Клео Даниил! Мамай Ра! Это я, Клео! Просто выпила эликсир молодости! Если из-за Лол забудут Монстр Хай, то Клео Даниил забыть невозможно! Мамай Ра! Что со мной произошло? Я стала малышкой! Клео, кто оторвал нос твоему сфинксу? Мамай Ра! Вот Клео, прикористка, но я думаю, что она в любом образе шикарна. Если вы согласны со мной, друзья, то ставьте лайк. Главное, я вся в золоте. Девочки, я Лола написал, она мне даже не ответила, трусиха. Ты такой смелый и милый со своим братиком. Я должна написать Лолу, чтоб Панкбой обратил на меня внимание. Алло, Лола, я тебя не боюсь. Будешь бояться? Ой, ручки трясутся. Младшие сестрички в детском саду. Это все, что ты знаешь? Жаль, что из-за тебя они пострадают. Мне это не нравится. Ой, она звонит. Фу, неприятно. Лола придет за тобой и убьет тебя. Не получится. Я поменяю свой облик. Та-дам! Бот не может распознать личность. У нас новая сестрица. А чего вы все спрятались? Мы боимся Лоло. Она страшная и не носит лифчик. Какой ужас! Я всегда буду твоим кошмаром. Панкбой, смотри, я тоже Лоло написала. Ты бедник-бедник. Панки на тебя никогда не посмотрит. Отвали, пацанка! Что происходит? Это же Лоло! Мамай Ра! Фу, какая она страшная! Ну ты трус! Когда ваши детишки заснут на тихий час, они больше не проснутся! Сестра!
сестричек не трогай! Уже поздно! Серия конфетти поп пополнила мою коллекцию Лол. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео с Лол. И помните, что свои страхи мы сами создаем себе в голове. Так что не стоит ничего бояться. Сделайте вот так, это я вас крепко обнимаю и целую. Всем пока! Бум! Кто милее всех на свете? Ну, конечно, Китти Квин. А я так не думаю, киса! Эй, почему вы в моей гримерке? Сильнее ты умрешь. Ого, вот это я понимаю, 3D. Я мама Мамалола.